Если в степях Буджака пошел дождь, значит, праздник пришел. Но это бывает довольно редко, поэтому и солнце здесь палит нещадно, поэтому и колодцы делают глубже. А ведь когда-то здесь урчал прибой с Арматского моря. Прошло время, высохло море, но здесь, на юге Молдавии, до сих пор слышны отзвуки морской команды. Вы слышите? Свистать всех наверх. Это у нас, в Кангазе. Далеко-далеко от моря. Но зато в селе, о котором говорят, что оно самое большое в Европе. Вот уже 12 лет, последнее воскресенье июля, мы одеваем флотские голландки без козырки и выходим в центр села. Капитан-лейтенант, моряки призыва 84-го года прибыли в долгосрочный отпуск на родину. Просим принять нас в члены клуба кангасских моряков. Встать в общий строй. Полет
купил навсегда белые мачты на Рене, в дымке морской города, свет маяка над волною, южных ночей забытье, самое синее в мире, Черное море мое, Черное море мое. Родион, один из первых моряков Кангаза. Его нет среди нас. Но память о нем живет, как живут в наших сердцах его рассказ о флоте и о моряках-героях. Пусть нелегка эта доля, мне не прожить без нее, самое синее в мире. День праздника. Желаю нас своим сыном и остальным морякам с нашим кангазским. И был бы мир и самый главный. Что за моряк без моря? Душа воды, конечно, просит. А как сойдешь на берег, морем кажется и озеро, что за селом, а кораблем двухвесельная лодка. И превращается наш Кангаз в настоящий морской порт. А матери, жены, невесты ждут не дождутся своих моряков. Неплохая была бы невестка. Видать, и море любит, и говор гагаузский ладен. Завтра многие, наверное, вспомнят об этом празднике, героями которого были моряки, бывшие моряки. Белые мачты на Рене, дымки морской города. Кто-то спросит: май Петре Арнаут, а правда, что вчера было 39 в тени? Другой посетует, что не успел напраздновать. Третий покритикует. В конце концов, все вернутся к своим заботам. До будущего года море. Но стоит поднять гор земли, поднести к уху, и ты снова услышишь море зов. Море. Море, живущее в каждом из нас. Oh.